с того, как мы провели первые тестовые футбольные матчи 22 апреля и 7 мая, мы поняли, что динамика пробуждения газона, качество его санации не удовлетворительно. Опять же, совместным решением футбольный клуб «Зенит», основная подрядная организация компании «Бомарт», Всемирная федерация футбольных ассоциаций и правительство Петербурга приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулон. Все мероприятия по футбольному газону, связанные с демонтажом старого покрытия, с установкой рулонного газона, прошивкой, в составе проекта и не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийные обязательства подрядной организации «Бомарт» и гарантийные обязательства футбольного клуба. 12-13 июня текущего года все работы на футбольном поле будут завершены.